Да. Ну, смотрите на предыдущие. Или вы еще не получаете? Нет. Но если смотреть на общий средний доход по Саранску, у них хорошо стоит. А что вы запишете? Идет синтез субстанции. Это самое-самое главное. Это то, из чего делается лекарство. Когда регистрируется лекарство, готовая лекарственная форма, там нужен весь объем клинических испытаний. К счастью, для дженериков, как ванкомицин есть, он не такой большой, а вот для следующих субстанций, которые мы делаем, он потребуется в полном объеме. Но это для готовых лекарственных форм. То, чем мы занимаемся здесь, это самое главное, это субстанция. Это то, без чего вообще никакого лекарства не может быть. Субстанции тоже должны быть надлежащим образом зарегистрированы в Российской Федерации. Должно быть создано досье, должна быть подтверждена эффективность, должна быть подтверждена безопасность. Это в полном объеме делается.